Какого черта, Мерк? Что-то заставило кого-то напрячься, малышка. Я не знаю, что именно, но тут запахло жареным. Привет, Цел. Тяжело было от них оторваться. Неа, копы не поймают и собственные задницы. Но у них появилась привычка палить во все подряд. Радио не затыкается про убийство Поупа. Копы бегают как ошпаренные. Что на них нашло? Наверное, кто-то вставил им пару пистонов. Ты осторожней там, Цел. Так отчего вся чехарда? Наша девочка увела улику с места преступления. Теперь, похоже, каждый коп в городе хочет поймать ее. Это та улика, что ты слямзила? Ага. Кажется, это слова из дневника. Все остальное пропало. Все, что я разобрала, это слова Икар и самой высоте. Икар — это грек какой-то, да? Точно. Его папаша смастерил пару крыльев из перьев и воска. Затем пацан подлетел слишком близко к солнцу. Нет крыльев, нет Икара. Если кто что-то и слышал, ты знаешь, кто это, Фейт. Да уж. Я знаю, что он уже не бегущий, но у него есть связи. Ты не можешь избегать его вечно. Поспорим? Ты о ком? Джек Найф. Это Джек Найф. Он на одной из крыш, на бывшей тренировочной площадке бегущих возле дождевого коллектора. Правда, там все кишит копами. Следуй по каналу к Хэмптон Таун. Продолжается расследование дела об убийстве прокурора и кандидата на пост мэра Роберта Поупа. Найден его мертвым в своем офисе.
заметили. Теперь вылазь из этой ямы. Отваливай оттуда, Пейдж!
где-то рядом. Джек-Найп может знать что-то о смерти Поупа, только не давай ему злить тебя, лады? Ну, когда-то он был неплохим бегущим. Сейчас даже не знаю, на кого он работает.
знаешь, как ты до него добраться? Я знаю, зачем ты пришла, детка. Лучше скажи, как Икар связан с убийством Поупа, Джек. Я слышал, это все копы. Значит, и ослышался. Тебе нравится борьба, Фейт? Поуп был фанатом, серьезно. Он даже взял бывшего борца себе как личного охранника. Трэвиса Бархолда. Когда-то тот выступал под именем Роббер. А мне-то что с того? Роббер, ну, он обычный головорез, которому улыбнулась удача. Но иногда люди забывают, где их место. Всегда пытаются заплыть поглубже. Не думай, что есть рыбы и покрупнее. На твоем месте я бы хорошенько расспросил этот кусок дерьма. Удачной охоты, Фейти. Слушай, не уверен, что стоит идти к этому Роуберну. Хочу навестить Миллера. Фейт, что ты делаешь? А Джек, найди ему расскажешь. Не сейчас. Он коп. Что бы ни говорила Кейт.